Накатило такое, не то чтобы грустно, апатичное настроение. Вот такие вот сегодня вайбы и вибрации. Потому что игры какие-то стали, ну, очень уж неинтересные. Вот правда. Хотите верьте, хотите нет. Сейчас голос проверю еще раз. Алло. Раз, алло. О, отлично. Вспоминаю себя, ну, может быть, лет в 16-17. Да даже в 15, когда мне, короче, комп подарили. А я жду этого... Только в телефоне постоянно там что-то играл, смотрел. А у меня телефон Nokia, короче, был. Телефон Nokia кнопочный, зато камера какая. Ё-моё, мама мия. Вот. И только мне комп подарили, у меня сразу... Я буду скачивать все игры. Я во все переиграл, что только можно. Ну вот я скачал все игры, потом наигрался. И вот мне уже ку-ку 23 года. Но не суть сегодня не об этом, а о том, что мы играем снова в наш любимый режим Dark RP. В какой-то момент я понял то, что стало достаточно проблематично набирать ролик. Просто потому что я думал, что все люди играют как в штаны насрали, ничего особо не делают, супер осторожные и так далее. Как оказалось, мне просто это показалось. Привиделось, померещилось, ну называйте как хотите, потому что оказывается уловов Dark RP более чем достаточно для роликов моей рубрики. Дело в том, то, что на волне таких роликов, где я постоянно снимаю или же баню каких-то донатных долбоебов, в ролики стало меньше попадать обычных юзеров, випов, премиумов, ну то есть не админских привилегий, которые все вроде бы любят. И именно из-за таких роликов на канале у людей, кто смотрит, складывается ошибочное впечатление однобокое о том, что только донатные админы в Dark RP сплошь и рядом все до единого долбоеба. Но позвольте вам напомнить, с чего я, собственно, начинал снимать Dark RP. Зима 22 года, январь, февраль и так далее. У меня в роликах постоянно какие-то жалобы с челиками, у которых нету донатных админок или же есть. То есть вообще было тогда не важно, важно было просто подать жалобу и разъебать чела. Вот тут будет то же самое. Не ждите от этого ролика какого-то супер снятия с попусканием бича на донатные админки, а посмотрите просто ролик о том, как я играл за оружейника и попутно находил нарушителей. Приятного просмотра. Я хочу проверить у вас лицензию. На что именно? На магазин. Я его еще не открыл. Если он еще не продает, он должен убрать свою вывеску. Тогда вывеска Почему не должна должен убрать висеть. Вывеску? Должен. Если вывеска висит, значит он еще работает. Я не написал, открыто или закрыто. Что вам надо? Уйдите отсюда. Я вас добавлю в черный список клиентов своих. Нет. В законе запрещена продажа оружия, а не создание магазина. Да это просто доебаться надо. Это ж просто надо доебаться. Вы не понимаете, гражданский, да. Это просто доебаться надо. Ладно, хорошо. Здравствуйте, можно взять интервью, молодой человек? Пока что не располагаю таким желанием. Немножко позже. Давайте в открытие магазина это все оформим. Хорошо, хорошо. Выключите прямой эфир на секунду. Выключу. Теперь пойдемте. Пойдем, да. Пойдемте, да. Будем искать нарушителей порядка. Кто продаст мне лицензию, я не понимаю. Продайте лицензию. Я не понял, а что вы делаете? Зачем вы делаете? Мы стекла заменяем, эти сломаны мы менять будем, да. Так вы же их сломали, взяли. Так мы не попросили, они были состойно потреснуты. Нет, я хочу работать с мойщиком. Ремонтчиком ОКО. Дебил. Наблюдайте, как я меняю стекла, наблюдайте. Ага. Помогайте, пожалуйста, уволить его. Я описал вполне себе обоснованную причину, чтобы его уволили. Вот, избавим. Они пацанами, он в трубочку дышал. Избавим наш город от неадекватных полицейских. Я не полицейский, я меняю окна. Ну, теперь вместо окон будет он менять место работы. Так и надо. Бля, как нос заложен. На данный момент я уже успел лишить работы одного обсаженного сотрудника полиции. И по приходу домой я получил свою лицензию и обнаружил подарок от профессора Мориарти. Спасибо. Хуяся. Это вообще откуда? Это что? Хуяся. Налутал. Отмычка у меня тут есть. Дигл. Ебать. Но у меня СДБшка на такие случаи.
Так что все окей. Что-то по этих покупателей нету. А знаете почему? Да потому что профессия оружейника, нахуй, в Dark RP абсолютно бесполезная, блядь. Все берут себе, блядь, какие-нибудь донатные стволы. Вот и все. Хотите верьте, хотите нет. Но на Dark RP это нахуй ненужная уже профа. Давным-давно. Она сделана так, чтобы просто отдать дань прошлому Dark RP. Когда донатные оружия не были в таком вот спросе, грубо говоря. Сейчас у каждого второго какой-нибудь донатный вот АК-47, карбон, М9 байонет, дабл баррел. Все это уже купили себе за реал давно. Никому нахуй не нужна профессия оружейника. И приходить тебе покупать что-то будет, только если ты какой-нибудь ютубер, вот и все. Но я же себя не раскрыл. Выйди. Выйди, ты на частной собственности. У тебя ордер есть, теряйся. Выйди. Выйди. Выйди, я тебе предъявлю все, что тебе нужно. Ты мешаешь сейчас торговле. Выйди. Я вышел. Дай дверь закрыть, говорю. Уйди отсюда. Ну дай дверь закрыть. Примени свои силы. Но он же еще не продал, как только первую пачку продаст, тогда я спрашиваю лицензию. Выйди, ты вламываешься ко мне в дом. Дай дверь закрыть. Ты мешаешь закрыть ему дверь. И на входе стоишь, вот тут. Все, иди людям мозги не еби, пусть они отдыхают. Спасибо, заебись. Вон там-то пишешь, лежат подкасты еще. Да-да-да, я вижу. Все, хватит мозги людям ебать, пошли. Заебался до лысого. Спейсики. Спасибо. Кто делал вывеску, слышишь? Что вам нужно еще раз? Проверка на лицензию, потому что вы торгуете без лицензии, возможно. Документы ваши. Как у вас нелегал? Зачем вам мои документы? Ну я не знаю, я не буду кому угодно показывать направо-налево документы. Дебил, ты должен предоставиться для начала. Отлично, вот. А что? Вот так вот. В городе завелся агент «Молочный зуб». Это ФБИ под прикрытием, который решил посмотреть, есть ли у меня лицензия и как вообще проходит торговля. Но он очень быстро спалился. Выходь давай отсюда. Выходи. Блин, ты крыса. Выходи. Нет, видишь, слышишь? Yeah. Выйди нахуй просто отсюда, а не на скейте. Просто выйди отсюда. Выйди. Гражданин, выйдите отсюда. Выйдите. Все, брат, скейт подарок оставляешь. Все, вали. Можете мне скейт вывести? Нет. Зачем вам скейт? Идите работайте. Я покататься хочу. Вам работать надо. Да нет. Тебе к зубному надо, агент «Молочный зуб». Почему? Браток, мне кажется, кушать надо вообще по-другому. Ну вот так вот выглядит мой магазик. Я всего лишь продал две партии револьверов и все. Пока что покупателей больше не нашлось. Рецелой! Ебанутый какой-то. Есть хилочка? Хилочка нужна. Вам нужна медпомощь, правильно? Да. Я забираю. Подхильте сначала, а потом забирайте. Мне хилка очень. Гражданин, пройдемте со мной, я вам предоставлю медпомощь. Сейчас подлечусь и забирай. Ну, как скажете. Ура! Все, забирай меня. Свободно. В общем, тэпни сюда Крика. Джо у него. Он за маньяка берет прямо в прихожей ПУ в холле и начинает месить всех. Ты за маньяка начал убивать в полиции. Я уже отлетел за номер. Ты его посадил за то, что он в холле убивал? Да. Да. Хорошо, тогда возвращай его. Затем ко мне в магазинчик пожаловал местный работяга с желанием купить какое-нибудь огнестрельное оружие. Я такому желанию отказывать права не имею и, конечно же, его продаю. Но вот беда, в силу своей нерасторопности у работяги пиздят это оружие и убегают. Работяга раздосадован, и я тоже, и я предлагаю ему классное решение этой проблемы. 15 копеек. Ну давай. Такое, что ты сделал? Колдун ебучий! Ты кто? Колдун, ты как воскрес? Стой, колдун! Что? Как ты меня уволил? Как ты воскрес? Колдун!
что? Он колдун, его надо на костёр. Паша, иди сюда. Убегай, Паша, потесни. На костёр его. Или... На костёр. Сейчас я другой вариант ему предложу. Либо в полицию обратиться. Я не договорил. Или решите вопрос по-другому. Дайте денег нам. Да чего всем жалко? Вот некоторым выдают по 4 ляма, а некоторым ничего. На костёр, на костёр. Вот смотрите сюда, смотри, что мне дали. Коробку мою. Какую коробку? Уйди. Ну и сиди там. Вы чё, какаете? Плохо мне. Плохо мне. Я могу... Кто, блядь, просил? Кто просил залазить в мой магазин? Не знаю. Ебанат. Ну чё это за хуйня? Плюс лиф. Окей. По ЗДЦ. Там уже за каждое нарушение по 3 часа, еще за лиф 3 часа. Итого будет 9. Ебанат мелкий, чё с него взять? Безмозглый просто болван, бля. Закрывай, другалёк. Ну чё, как успехи? Это результат. Ну это результат, теперь нужно УЗИ. Окей. Я за УЗИ заплатил, я. Он отжал бабки и пришел опять УЗИ покупать, бля. Держи и не теряй. Вступай, друг мой. Я еще готов. Обязательно. Ой, а вот тут мы наконец-таки встретим очередного бандита-долбоеба. Который подумал, что если ты стоишь в дверном проеме, то тебя можно спокойно толкнуть, чтобы ты улетел в потолок, и потом забежать тебя ограбить. Но не тут-то было. Добрый день. И что это было, блин? А вот тут наш говноед не сдержался от обиды и решил отомстить, нарушив правила НЛР. Но ничего, на каждого долбоеба находится свой администратор, и он не исключение. Чё это за хуйня? Надо было, чтобы он меня бахнул. Мне как раз голод обновить надо было. След игрок Чапа. Чел-берет заталкивает меня в хату, и я аж улетаю. Как он тебя заталкивает? То есть он присел и толкнул тебя, да? Сейчас продемонстрирую. То есть он вот так вот встал и вот так. Грубо говоря, врывается ко мне домой, и я на автомате. И толкнул. Достаю ДБ, убиваю его. Жесткий. Он после этого бежит со спа... Зачем? Объясняем, ждем ответа. На тебя залаба. Так, слушай. А, получается. Сейчас скажу. Ты когда я тебя убил? Ну... Зачем шел обстреливать мой магас? Я такого не помню. Я такого не делал. Не делал? Нет. Оки. Да, ну, ну. По логам посмотреть? Ни-ни-ни. Ну, чекер оружия. Да мага не было. Была стрельба. Я знаешь, сколько раз стрелял за все? Но я по его магазу не стрелял. Из дигла. Чё за херня, почему ты называешь другое оружие, если он стрелял не с дигла, а с барада какого-нибудь? Ребята, это сезон темной психологии, такое только в ТикТоке и у меня на канале. Я сначала делаю левое предположение, что возможно стреляли из дигла, и он, конечно же, это отрицает. Ну, потому что ему не в масть, так скажем, бегать с диглом, когда у него куча доната. Затем он, конечно же, отрицает, что у него не было дигла, и он с него не стреляет, и тогда я у него спрашиваю, какой у него вообще есть оружие. Он говорит то, что у него есть все оружие, а следовательно, есть и барретт, на что он тоже отвечает да. Но нет, он отвечает на вопрос, стрелял ли он в магазин после того, как его убили. Тут ты ничего не сделаешь, ибо это конченый пиздобол. Но на таких челиков всегда есть демка и должна быть. И вообще бред, делай этого, такой бред. Нужно демонстрацию. Давай демку. А что у тебя? Я не стрелял по тебе.
по оружкам. Я по тебе не стрелял. У меня по мне все, все донатно. Барретт есть? Барретт есть? Да, есть. Барретта стрелял. Ну ты демку покажи. Ну вот такую вот. Чё ты наподобие, да? Я этого не делал. Или вот такой. Ну он говорит, что не было. Значит, ну, если найдёмки, будет видно. Обман администрации. А чё за это там? Как он бежит со спавна, выцеливая магас и стреляет. Да. То будет обман. Да, все верно. Ща чекаю демочку. Ща чекаю демочку. Да, вот давай, не надо, продавец. Да говорю, да, стрелял. Просто скучно. Интересно, что было бы. Попытка обмануть админа. Нет, это не попытка обмануть. Я не считаю, что это попытка обмануть, я не собирался обмануть. На напор. Обман. Я не обманул. Ну, он же конкретно не обманул. Так. Ты уже слышал, как он отрицал? Информация имеется. Отрицал, ну и что? Я не собирался обмануть, я же сейчас сказал. Это сокрытие информации. 6.6. Чё у меня, короче, будет? 6.6, НЛР, НЛР, НЛР. Показания на один день. Кто? Блядь. Ахвахивхахивахив. Плохо дело, ББ. Пошел нахуй. Соси хуй, мразь ебаная. Допизделся? А, у него измененный голос. У меня измененный голос. Ебаная обезьяна, закрой пасть, блять. Я тебя, думаешь, еще на один бан не раскручу, долбоеб, чтобы ты бабочки вывалил на разбанчик. Пустоголово уебан. О, про маму еще говорит, слышишь? Какие нахуй про маму, блять? Я еще не начинал нельзя, про маму. Нельзя. Я еще про маму не начинал даже. Сынок, нахуй. А тебе что, мало, или ты любишь помои выслушивать свой адрес? Помойка ебаная, все, отлетай. Да ты долбоеб, я задонатить могу, а ты бичара ебаный, но ебало нахуй. Жирный еблан. Наказание по причине номер П 6.6 и НЛР на 2200 секунд. Не надо выражаться так, и плюс тебе уже другой администратор. А почему обмана нет? Предупреждение. Обман, обман есть, я вот дал ему. Не, ему 6.6 приписал. 6.6. А ты не говорил разве про сутки бана? Нет. Если сейчас я ему дам один день, он просто потратит 50 рублей и продолжит играть дальше. Я ему дал максимальный возможный срок без возможности купить разбан. То есть он эти 2400 секунд должен отсидеть ими. Понял? А тогда ЗБС. Хотя у тебя, скорее всего, тупсики. Я единственный раз сейчас. Включил сейчас. Эх, ну мут так мут. Сейчас я пересмотрю демонстрацию. Да, мне придется тебе дать наказание Toxy Game на 3 дня. Нет, на 4 дня Toxy Game плюс упоминание родителей. Я не упоминал родителей. Ты же помнишь, как ты... Нет, ты сказал, что это он у мамочки выпросил на разбан. Я сказал, что он закинет бабочки на разбан, а не мамочки. Вам послышалось. Бабочки, все. Хорошо, вопросов тут не имею. Тогда тебя могу вернуть. Глухой ебанат на школьнике. Какая нахуй мама, блять? Про маму твою нахуй стыдно говорить, о чем речь? Ну, если мы видим, что вы продаете оружие человеку без лицензии, ну, мы как бы вашу лавочку закроем. У меня есть лиц. Понятно? Да, но не у вас сыте. Есть, но у людей нету. Мало или нет. Вы все поняли? Этим вы занимаетесь. Работайте. Так мы работаем. Чем давай тоже иди работай, лысый. Я не вправе просить лиц. Иди, гуляй. Алло, лысый, давай, Хитман, зайди внутрь, что ты? Иди гуляй. Все, давай, поплачешь, Коль. Микрофона нету, то пошли, скучно. Давай еще, бей его. Да, ребята, по мнению незаконно рожденного школьника на полицейской профессии, полиция действует в реальной жизни именно так. Сначала она провоцирует горожанина на какие-либо действия, а потом и вовсе стравливает на него госбанкира. Бля, какие просто помойные ублюдки ебаные играют в Dark RP. И это дети, ребят, представляете? Это дети. Конечно же, не обо всех речь идет, но вот представьте, во что вырастет вот это вот ебаное нечто. Ой, опа. Вы будете арестованы за убийство человека. Блин. Что, государственного? Да, госсотрудник. Ну, госбанкира, можно секунду.
сотрудник попал. Вы же сами спровоцировали. Попал. Ну, это не значит, что он надо было убивать его. Добровольно... Он же вас не убил. Подожди, подожди. Лицензии есть. Первое, он тебя сначала ударил добровольно, а потом просто сказали, чтобы он мог, что он может тебя бить, если хочет. Если хочет. А ты его просто взял, сразу убил. Поэтому стойте, это чисто я покажу документы. Отойди. Сейчас отыграем до конца, и тогда я же Б подам. Где этот долбоёб? Неадекват под солями. А кого я ёбнул вообще, мне вот интересно? Кто меня бил палкой? Пиздец, я не знаю, я вот это вот заметил, пока записывал ролик. Я когда подписываю обычную, нормальную причину для увольнения, увольнение не проходит. Но как только я пишу в увольнение полицейскому то, что он неадекват под солями, он улетает просто в мгновение ока. Ребята, бля, я не знаю, почему это работает только на ТРКРП, бля. Уволен. Иди нахуй с работы. Рикер, госбанкир. Какого хуя госбанкир еще лезет, меня бьет палкой, бля? Че за пиздец? Время идет, а мою жалобу на этих челиков не принимает никто. Админ на серваке есть, но он обитает где-то в своем мире. И пока я пытаюсь выжить на этом серваке, отбиваясь то от каких-то отсталых детей, или же от целевых микробандитов, я все больше и больше встречаюсь с какими-либо нарушениями, но ничего сделать с ними не могу. Ну ладно, не могу, а не хочу. Я хотел просто поподавать жалобы, а не самому это разбирать. Но в итоге мне все же пришлось взять профессию админа, и увы и ах, оказывается... Здесь нельзя разбирать жалобы, ситуации, в которых ты был замешан. А как я это понял? Нет, не прочитал правила. Нет, правила я читал, не поймите меня неправильно. Я всегда стараюсь учесть правила сервака, на котором я снимаю ролик. Дело в том, что одна часть правил находится на сайте, и я ее почекал. Потом другая, оказывается, есть часть правил. Она находится в Дискорде в канале Админ Инфа. И есть, оказывается, ребята, третья часть правил, а именно нюансы, которые иногда дополняют кураторы или же там, не знаю, вышка какая-то. И она находится в еще одном дискорде, который приурочен к этому конкретному серваку под номером 1. Бля, пиздец, тот, кто делал правила, реально был озадачен тем, как бы посильнее запудрить голову челу, который зашел сюда играть впервые. Исходя из того, что так много источников правил этого сервака, навязывается такое мнение, что они расписаны достаточно понятно и доступно для каждого из умов Гаррисмода. Спешу вас разочаровать, но это точно не так. Их просто очень много, и я не знаю, в чем была проблема запихнуть все в один сайт или же в какой-то один канал в Дискорде. Мало того, что этих правил много, как бы это странно ни звучало, но все же. Так еще некоторые из них нормально по-человечески не прописаны, чтобы было понятно, что будет нарушением, а что нет. Взять тот же самый админобуз. В нашем привычном понимании админобуз — это когда ты обузишь какую-то привилегию ради своей выгоды, покрываешь друзей или же делаешь так, чтобы тебе никакого наказания не пришло, а лучше бы было бы хорошо наказать челика, который имеет к тебе претензии, чтобы просто-напросто обрубить ему игру на серваке. В описании правила так-то оно так, но там не учитывается такой интересный момент негласный, о котором говорят все сплошь и рядом, то что разбор ситуаций, в которых ты был непосредственным участником, оказывается тоже запрещен. Подробнее об этом я узнал из следующей жалобы, когда человек меня бахнул просто так, я его попросил тэпнуться, объяснить, за что он меня убил, и он просто-напросто не захотел говорить тупо из-за того, что я разбираю свою жалобу. Ну, на вопрос, где это правило, которое это запрещает, мне никто не ответил, просто потому что челы где-то услышали, что это нельзя делать, но в правилах этого нету. Господи боже мой, так ведь он обещал, что не будет спойлерить, и вот опять. На самом деле, там даже показывать нечего. Я единственное, что хотел показать, это то, как были не проработаны правила в тот момент, что жалоба получилась не какой-то обычной или той, что подходит для ролика. Жалоба получилась конкретно ебанутой абсолютно. Это, кстати, и в прошлый раз было, когда я записывал на Токио, мне тоже тогда админы говорили, что вот, надо из исправить, мы исправим. Серьезно, ребят, ну сколько можно? Ну реально уже возьмите да исправьте. У меня еще один ролик тут планируется точно. И вот каждый раз с этой хуйней разбираться, ну это будет вообще не прикольно. Уйди. Отлично. Ладно, админа особо работать сейчас не думают, я тогда сам это... Причина убийства. Я
буду только при разборе жалобы объясняться. Жалобы я разбираю эту ситуацию. Стань этим клубом. Причина убийства. Ты не можешь разбирать жалобы. То есть в той РП-ситуации, в которой ты участвовал... Еще раз спрашиваю. Ты не можешь участвовать, ну, разбирать жалобу в той ситуации, в которой ты участвовал. Или он может? Или у него есть разрешение? Причина убийства. Подожди, тут это попахивает. Причина убийства. Я не буду отчитываться перед, собственно, каждым админом. Ты разбираешь жалобу, в которой, ну, собственно, участвовал. И что? Правила сервера. Причину убийства назови. Админские правила. Разбор своей жалобы. Нет такого правила. А, я понял, он скрипача пересмотрел и сейчас вытворяет то же самое. Типа пытается... Да-да-да-да-да-да. Я не знаю, кто такой скрипач. Пародировать. Он пытается его пародировать, я отвечаю тебе. Вот точно так же, на таком же... Его отпускай, так как у него нет, так как ты сама разбожала бы у тебя. Слышь, Подожди, подать на него жалобу? Насчет саморазбора. Насчет саморазбора, не знаю, сейчас Аня размутится или что, она придет. Я сейчас ищу пункт спрошу. В админ-инфо. А, Берам, сам натернешься. Окей. Так, а можно... Я еще жду ответа. Натернись, Берам, да и все. Этого игнор. Причину убийства пусть назовет. Так, ты не можешь себя разбирать, иди. Бля. Все, давай, Берам. Он косит под скрипку. Не сильно написано. Ой, конечно, чел. Нету такого правила, сука, я смотрю, что нету. Ну а пока мы ждем администраторов, к слову, у меня на это ушло около 30 или 40 минут, у нас есть достаточно времени, чтобы разобраться с долбоебами, которые нарушили правила, не имея при этом донатных привилегий. Кстати говоря, я не совсем понял прикол того модератора, который пришел, начал рассказывать о том, что кринж, пиздец, ты невменяемый, братан, давай возвращай себя ретерном, тебе ничего не будет, потом на него жалобу напишешь. Ну взял бы, да разобрал бы жалобу, в чем проблема. А, понятно. Подождите, точно. Я же Dark RP снимаю. Тут люди не умеют думать головой. У тебя нон и фриарест. Паша? А фриарест кого именно? Тогда, когда ты искал гражданского и стравливал на него госбанкира. Так боссы не делают. Я вот его сказал, я его лысым назвал просто и все. Он мне Нагиева напомнил. Ну, я плохой коп, он хороший, вот, который со мной был. Сам служал бы разобрал или что? Да. Понятно. Так а фриарест где? Отсюда и фриарест вытекает. Каким образом, собственно? Ты его убил, я тебя арестовал, какие проблемы? Он мог меня не слушать, в чем проблема? Он, может, сам хотел это... Нелогично вытягивать из чела нарушение закона, чтобы посадить. Просто вытягивать? Я его что, умолял, что ли, на тебя и убил, то, которое не было нарушением. Ну, дебею. 900 секунд и за то, и за другое. ББ. Где там правила админа? Блять, и конечно, они же в другом вообще дискорде, да. Это ж надо еще в другом дискорде посмотреть, пиздец. Правила администрирования. Должен быть адекватным и вежливым к игрокам и администрации. Ваша задача помочь научить игрока правильно отыгрывать РП-ситуацию, грубо выдача наказания, влечет за собой недопонимание между администрацией и игроками. Бля, ну а как мне видео снимать, если я ничего не могу сделать? Вообще, блядь. Ни наборки, никого на серваке. Вообще. Я вот серьезно говорю, никого, блядь. Один в АФК стоит, остальных нету. Бать, я как дебил летаю, ну просто пиздец. Где админы нахуй здесь? Опа, че он звонит? Алло. Алло. Жалобу будешь принимать? Какую? От тебя? От меня, ну. Я занят чуть-чуть. Занят? Да. Хорошо, я тебя понял. Схуя ли от тебя еще жалобу должен принимать? Бля, он реально думал то, что вот он после такого отношения на жалобе будет еще жалобы подавать, и я их буду разбирать. Серьезно, нахуй? Не. No, мистер Фиш, блядь. Пришел, кажется, администратор. Ура, ура, победа. Ура, дождался я спасителя. Ну а чё, я нихуя не могу сделать, у меня нету донаткоинов, чтобы админку больше себе взять. Да и толку от этого на самом деле, как с козла молока, ребята. Я могу только подавать, грубо говоря, ЖБ, а челы в тупую отказываются говорить, блять, отказываются, когда ты их тэпаешь и просишь объяснить, зачем ты их убил. Зачем они тебя убили, извиняюсь. По факту, я нихуя не могу сделать, потому что я тут просто чел, который записывает видео, и все. Да, я могу записать видео, и все остальное делается с помощью администрации. Да, вот такие вот дела. Я вот почекал правила,
сразу скажу. Почекал правила на одном ресурсе, на другом и еще на третьем ресурсе. В общем, я все почекал и не нашел про саморазбор, о котором мне говорят. А ноуклип? Что ноуклип? Причем тут ноуклип? По поводу ноуклипа и клока это написано в админинфо, а по поводу разбора своей жалобы это пятый пункт администрации, использование админки в своих целях. Сейчас подачнее скажу. О, новичок привет. Чего случилось? Админинфо, использование админки в своих целях. О, она уже прекратилась. Саморазбор жалобы и то, что в ноуклипе. Без ноуклипа. Он разбирает. 5.6. Категорически запрещено использовать права для получения своей выгоды. Разбор своей жалобы, как правильно это подразумевает, в принципе, пересмотр, разумеется, это... А подожди, а где это, выгоды. Где это именно написано? Вот админинфо. Он к себе допехнул, короче, и начал... Нет, не в админинфо, 5.6, основные правила сервера. 5.6 пункт. 5.6? Блин, ну прям конкретно же не сказано, что свои жалобы разбирать нельзя. Я согласен, конкретики в этом нету, но это правило это подразумевает. А как своя выгода выясняется в том, что админов нету, которые могут принять жалобу, и при том еще ты, когда пытаешься у чела просто узнать хотя бы причину убийства, он берет, просто игнорит в тупую, и подлетает еще тело, и говорит, чтобы мне никто ничего не отвечал, игнорь его, он невменяемый, и влезает не в свою ситуацию вообще. Он не в свою ситуацию, грубо говоря, влезает. Ты его телепортируешь. Да ты уже нажаловался достаточно, господи, ну сколько можно? Ну что ты хочешь этим добиться? Ты прибежал не на свою ситуацию, начинал там из себя главного строить, мол, ты будешь управлять челиком, которого попросили просто депнуться. Я просто тебе говорю, на будущее. Зачем мне что-то ты говоришь на будущее? Во-первых, по одному, для того, чтобы быть адекватными. Сонный Пашка, не перебивай. Человек говорит, ты перебиваешь. Сейчас ты показываешь неадекватность со своей стороны. Пусть человек договорит. Я вот не понял в итоге, что произошло и то, что ты ворвался. Да произошло, в общем-то, вот что. Я стою за оружейника у себя дома, но и он ушел, потому что я ничего не могу им сделать. Я сижу вот тут минут 20-30, жду админов, которые могут с этим разобраться. ДМки, все, что нужно, у меня имеется. Вы для этого пришли, как бы нам. Мы увидели, что зовут именно в чате обычные игроки. Поэтому. Короче, чё сиси мять, мы смотрим демку с админом и понимаем, что тут какая-то хуйня. Просто потому, что я играл, отталкиваясь от тех правил, которые я прочитал и которые были прописаны. Про какие-то негласные, о которых вообще ни слова было в общем своде правил, я не знал и не понимал до самого их прихода. А челики подумали, что если я вдруг не имею права разбирать такие жалобы, то им можно вести себя абсолютно как угодно. И игнорить вопросы администратора, и уходить с жалобы, когда тебе заблагорассудится. А также называть челика неадекватным, невменяемым и потом кричать что-то про кринж, ну пиздец. Это донатная администрация, но в любом случае неадекватство ему припишу. Какой бы он ни был донатный. Ага, а тот БРМ, этот донатный, да? Он, да. Что ж, БРМ, это Фридамак плюс Фригил, при этом у тебя есть 6.6. Я, да, обман я уберу, потому что я подзабыл то, что он тебе сказал с оружием уйти, это окей. Но в любом случае 6.6, сокрытие информации будет. Я выдам бан на 6 часов. 12 часов бана, фридамаг плюс фрикил и нарушение правила 6.6, сокрытие информации от администратора на жалобе. Вердикт ясен? Все. Спасибо, что разобрались, так бы уже бы век целый ждал.